друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Отлично. Меня зовут Сходов Алексей. Для тех, кто, может быть, не знает, не встречались еще на вебинаре. И с Владимиром Масловым мы проводим один раз в две недели вебинары, несмотря на то, что проект сейчас уже не требует такого количества вебинаров, но на самом деле сейчас я хочу сказать, что вы, наверное, заметили, что новостей от головной компании непосредственно на ресурсах RSV Systems стало меньше, но это не значит, что их нет, потому что на самом деле самые главные новости Анатолий Эдуардович и остальные коллеги из топ-менеджмента Unit Sky String Technologies, то есть ЗАО «Струнные технологии», много нам очень поведали. И сегодня будет больше такой технический вебинар, потому что я не могу не остановиться на том, что говорил Анатолий Эдуардович непосредственно на экскурсии на Экофесте 2020 онлайн-версия. Потому что, несмотря на то, что вещи технические, но на самом деле выступление Явницкого можно было разложить на новостей 10-15. Новости обязательно возобновятся. Сейчас происходит реструктуризация в плане совершенствования компании по маркетинговой стратегии на международный формат. Поэтому какие-то люди приходят, какие-то люди уходят, и также руководитель всего маркетинга ЗАО «Струнные технологии», он также сейчас появился, и я думаю, что новости еще в лучшем формате нас будут очень скоро радовать, потому что на самом деле вопросы ко мне были, еще к коллегам были. То, что новостей сейчас на ресурсах головной компании нет, никаких вообще сомнений не должно быть и не может быть, что компания не развивается. Сегодня я вам это докажу на примере того, что Анатолий Эдуардович вещал нам на Экофесте 2020. Повторюсь, что вебинар будет более с таким техническим упором. Я по образованию инженер-механик, поэтому смогу вам это объяснить, протранслировать. Сразу хотел бы остановиться, что в Шарже стройка идет полным ходом. Тоже на прошлом вебинаре можно было это все увидеть, лицезреть. И я остановился подробно на репортаже главного, наверное, человека, который координирует там всю стройку, находясь непосредственно там всегда. И можно пересмотреть. Я думаю, что, конечно же, это сейчас устаревшие кадры, потому что уже по строительству процесс Шарже продвинулся еще дальше. Ну, я не могу не показывать эти слайды для новичков, потому что все должны понимать, что сейчас у нас идет развитие в двух ипостазях. Это тропическое жаркое влажное исполнение, и это Марьина горка, это зимний климат, это климат России, СНГ, Европы. И там на самом деле сейчас планируются адресные проекты из ЗАО «Струнные технологии». Ну, мы перейдем непосредственно к теме нашего вебинара, экскурсии Анатолия Эдуардовича на Экофесте 2020. И, как обычно, я все законспектировал в данном случае, потому что там выкинуть вообще что-то, чтобы неважное, было, ну, на самом деле, весьма мало. И что мы заметили, что сейчас началось строительство новых тестовых линий. Это 3 тестовые линии для того, чтобы продемонстрировать, ну, действительно уже такие серьезные, тяжелые машины. В 2016, 2017, 2018
годах было жесткое недофинансирование, поэтому для того, чтобы продемонстрировать технологию на более легких путевых структурах с меньшим натяжением, с меньшим потенциалом выдерживания веса подвижного состава, были продемонстрированы трассы, но сейчас и по проектированию все готово. И, в принципе, сейчас уже по адресным проектам абсолютно понятно. И в своем выступлении неоднократно Анатолий Эдуардович останавливался на том, что, в принципе, в следующем, уже 2021, мы сможем увидеть подписание 3 как минимум контрактов. А как вы понимаете, что контракты эти будут не на несколько сотен тысяч долларов, даже не на миллионы, я думаю, а компания сосредоточилась действительно на стратегических направлениях. Вот здесь мы видим, что это 7-я тестовая линия, 7-я трасса, которая, повторюсь, создается не просто так, чтобы построить, что хочется построить, а уже конкретно для испытаний. Это уникальная линия, и она будет повторять конструкцию того, что будет в Шарже. Я своими словами, с вашего позволения, буду говорить тезисы, потому что более подробно вы сможете все почитать в тезисах, которые составит Ольга Ульянова. Ольга, пожалуйста, сбросьте ссылку на тезисы, чтобы те люди, которые присутствуют сегодня в первый раз, смогут прочитать какие-то мысли, вынести из прошлых вебинаров, потому что мой вебинар ни на один не похож, это не какие-то однотипные вебинары, поэтому мои вебинары всегда будут вживую, они не будут автоматизированы. И этому мы с Владимиром Масловым будем уделять максимальное внимание. Сейчас планируется уже продемонстрировать сложную технику весом до 50 тонн, то есть это перевозка контейнеров до 35 тонн, 40-футовые контейнеры стандартные. Это уже исполнение для конкретных заказчиков по конкретному бизнесу. И пассажирские перевозки, это будут уже целые поезда в электрической сцепке, которые смогут продемонстрировать огромный пассажиропоток, который подойдет абсолютно любому заказчику. И вы видите, что анкерная опора, она достаточно компактная, но это одновременно и станция. Несмотря на свою компактность, здесь вот технический момент, горизонтальная нагрузка с учетом преднапряжения от температуры и веса машины, которая тяжелая, которая более 50 тонн может быть, горизонтальные усилия порядка 2000 тонн. Для чего это очень важно понимать? На самом деле, когда, на мой взгляд, пойдут адресные проекты, будет появляться много копий струнной технологии. Но, как вы знаете, то, что копируется, не всегда успешно, даже если смотреть по китайскому примеру, по азиатскому какому-то примеру, западная продукция копируется, например, IT-технология, либо мобильные телефоны, она не всегда удовлетворяет по качеству. А здесь еще более сложная и отрасль, и технология, это как в мостах. Если рассчитаешь неправильно, что произойдет с мостом? Мост рухнет. И мост не выдержит тот срок службы, который ставит перед собой заказчик, и который прогарантировал для него проектант и строитель. И так как можно несколько сравнить путевую структуру по аналогии с вантовыми мостами, то как раз-таки нагрузки должны точь-точь выдерживать. И высота также, почему 12 метров, для того, чтобы проезжали все виды техники, потому что технология, ту, которую мы с вами финансируем, транспорта над землей, она абсолютно дружелюбна к другим транспортам. То есть она будет сосуществовать с другими видами современных транспортных решений. Автомобили также останутся,
железные дороги с поездами также останутся, но можно будет сегодня уже представить, что поезда смогут проходить, точнее, путевая структура Skyway сможет проходить над железнодорожными линиями, автомобили, большие грузы, различные грузовики смогут проходить без проблем, без всяких. И также, естественно, не будет урона никакого экологии, сельскохозяйственному производству, и животные также смогут проходить. Это также все подразумевается изначально, то есть это идеология технологии транспорта, который мы с вами финансируем. Анатолий Эдуардович сказал, что те подвижные составы, которые будут тяжелы уже, и я это предполагал, так как машина более тяжелая, то у нее должна быть более серьезная мощность, соответственно, она станет многоколесной, и будет 12 колес, колесо, как обычно, это будет мотор-колесо, это приводное колесо, имеет свой тип движителя, и половина колес будут поворотными спереди и сзади, а сам подвижной состав будет двигаться ровно. Он не будет по синусоиде двигаться, как железнодорожный состав. Поэтому романтикам вот этих железнодорожных путешествий в купе либо в плацкарте придется либо путешествовать, продолжать на поездах, либо забыть про вот это ощущение рельсы, шпалы, когда тук-тук, тук-тук, но вот эти стуки раздаются. То есть этого в подвижных составах UST, компании Unisky String Technologies и продукта Skyway не будет абсолютно. И это непросто было сделать. Для этого с помощью специальных механизмов вся система управления должна как бы ловить середину рельса, чтобы колесо всегда двигалось строго по центру, чтобы не было никакого проскальзывания, и, соответственно, не будет касания вот гребней рельса. У железнодорожного транспорта постоянно идет проскальзывание, постоянно идет касание, поэтому мы наблюдаем вот такой эффект. Хотя, если максимально когда-то давно доработали бы, и железнодорожный рельс, в принципе, наверное, был бы другим, но на тот момент не стояла задача комфортного перемещения, на тот момент стояла задача перевозки пассажиров и перемещения грузов. То есть нужно было реализовать эту технологию относительно быстро. Здесь же сейчас UST, компания, которую мы с вами финансируем, Unisky String Technologies, опять же, я ввожу в ваши головы вот это понятийный термин, то есть это ЗАО струнные технологии, это Unisky String Technologies, и это все, что произошло после ребрендинга, и только продукт сейчас называется Skyway. И абсолютно устойчивое движение колеса будет без каких-либо шумов, без потребности в ремонте и так далее и тому подобное. И все это будет проходить через систему контакта колесо-рельс. То есть то, что генеральный конструктор декларирует, что путевая структура будет стоять без ремонта, без износов на 100 лет, так оно и будет. И далее он показал нам особенности, нюанс провисающей путевой структуры. Вот всем кажется, что не изменилось ничего с Экофеста 2019-2018. На самом деле снаружи не изменилось. Но я могу сравнить, вот все гаджеты в принципе сейчас относительно одинаковые. Начинка изменяется, внутреннее ПО изменяется, мощность процессора изменяется. И также сейчас вот с виду, казалось бы, провисающая путевая структура, она не изменилась, но вот этот пролет 200, 400, 200 метров, он был, есть и будет испытательной площадкой, и стало понятно, что не получится
без цинкового покрытия, без антикоррозийного покрытия сделать так, чтобы путевая структура стояла без проблем 100 лет. Потому что циклы нагружения были сделаны, подвижной состав проехался, и так как рейс был полуоткрытый и некие были микротрещины, то влага, вода, естественно, попала, и возникла минимальная коррозия, но которую не может генеральный конструктор допустить. Поэтому было сделано то, что демонстрирует на самом деле нештатную ситуацию, к примеру, какой-то террористический акт, взрыв путевой структуры, когда она упадет и, возможно, даже протянется своей частью определенной по земле. Вот демонстрация того, что сняли и опустили на землю путевую структуру, говорит о том, что даже в таких случаях и в случае падения опоры, и взрыва опоры на землю ничего с путевой структурой и с подвижным составом не будет. Ну, если, конечно, ударная волна не пришлась в виде эпицентра на сам подвижной состав, то есть тут и так понятно. Но можно ехать все равно по струнному рельсу по земле, а потом, соответственно, приедет специальная служба и все это поднимет, потому что это уже происходит, и не то, что просто сняли, опустили, подняли путевую структуру, а убрали специальный наполнитель, компаунд. Это спецбетон специальной вязкости, специальной текучести, как это нужно для той или иной путевой структуры. Вынули стальные канаты, очистили и далее покрыли антикоррозийным покрытием. Потому что максимальная оптимизация, глупо было бы закупать новые рельсы, пускай с цинковым покрытием. Достаточно было просто покрыть. И сейчас понятно, что влага не попадет, потому что сделали так, чтобы рельсы не раскрывались под нагрузкой. То есть определенные элементы поставили, связи. И это все также делается в логике на 100 лет. Это на самом деле вот в современном транспорте, особенно автомобильном, я не вижу абсолютно, потому что, да, проходит вот безопасность, заканчивается на том, что проходят некие краш-тесты, многочисленные, но чтобы, допустим, подвижной состав абсолютно синхронизировался и ехал как-то по-другому по дороге, ну, какое-то инновационное колесо, инновационная шина, инновационная связка трансмиссии с двигателем, такого сейчас нет. То есть просто автомобили штампуются, изменяя дизайн, изменяя мощность, изменяя начинку внутреннюю, потому что, в принципе, снаружи автомобиля тоже сейчас уже изменить мало что возможно. Только когда автомобили будут беспилотные, соответственно, их можно сделать максимально более футуристичными, либо, ну, кто-то мечтает, например, будут летать в воздухе. Хотя даже Илон Маск говорит, что это очень опасно, и многие научные деятели также подтверждают, что и правила дорожного движения тут не будут решением, потому что угроза столкновения и последствия после столкновения будут совершенно другими, чем современная автомобильная стандартная авария или дорожно-транспортное происшествие. И мало того, что вот когда опустили путевую структуру, можно было сделать, все антикоррозийно убрали, исследовали. Нет. Если опустили путевую структуру, то полностью нужно исследовать все элементы. И было заметно, наверное, на прошлых экофестах, что когда вы проезжаете к промежуточной опоре, то подвижной состав автоматически, он сам подумал и сам замедлился. Для чего? Для того, чтобы максимально комфортно проехать этот участок. И Анатолий Эдуардович объяснил, что когда в пролете транспортное средство едет, то, естественно, пролет сама струна, она несколько прогибается. И колесо едет по огромному радиусу вогнутому. То есть происходит прогиб, и подвижной состав едет по радиусу, ну, примерно 1000
метров на провисающей путевой структуре. И при подъезде к опоре радиус, соответственно, начинает меняться. На седле кривая вогнутая, а та выпуклая. И нужна некая связующая, некая переходная, инженерное ноу-хау, которое должно быть создано. И оно было создано. Сейчас эта кривая становится плавная абсолютно, и все это демонстрирует нам так называемая удочка. То есть она сейчас не будет, жесткость не будет резко меняться, не будет испытываться какой-то даже минимальный удар, и будет абсолютная плавность по всей протяженности трассы без изменения скорости. И самое интересное то, что это все делается для того, чтобы уже на седьмой линии в экотехнопарке это все применять, на четвертой линии в Шарже. И там-то будет проезд со скоростью не 30-40 км в час, а 150 км в час, не меньше, потому что это требование заказчика. Это требование Арабских Эмиратов. Поменьше можно проехаться для испытаний в экотехнопарке. Этот я называю как черновик такой. Там можно много раз, как ластиком, пишем мы, допустим, карандашом, стирать, снова чертить, снова стирать. И это некий такой тестовый испытательный полигон. Я называю его по аналогии как гараж Джобса. Когда он вначале перед первым большим заказом для компании делал все на черновике в гараже, а потом, извините, на чистовик уже заказчику, если черновик получится, заказчик просто не примет. И поэтому это будет использовано и абсолютно понятно, как эти скорости с соответствующими радиусами кривизны сделать. То есть нужно будет большую скорость, понятно, как это сделать, и специалисты имеются, чтобы это все рассчитать. Вот очень важное понятие, на самом деле, в той технологии, которую мы финансируем, это абсолютная адаптивность. И мозговой центр, который был создан генеральным конструктором за эти 5 лет, он позволяет абсолютно быстро масштабироваться и независимо под какого заказчика и адресный проект. Это на самом деле не во всех есть отраслях, не во всех технологиях. Здесь я могу сказать, вот сейчас мы бежим этот марафон. Осталось совсем немного по сравнению с тем, что мы прошли. И все, потом фактически нам бежать-то уже не надо будет. Мы других бегунов будем обучать, и мы в плане инвестпроводящей системы, и ЗАО-струнные технологии. В плане масштабирования такие уже дочки ЗАО струнной технологии будут появляться в других городах и странах. Но это понятно, как масштабировать, и это понятно, как сделать. И перед каждым адресным проектом не будет стоять задача: ой, ай, ай, а что сейчас сделать уже? Все абсолютно понятно, так как создана методология. Не во всех отраслях это делается. То есть делается несколько продуктов всего, а на долгосрок не мыслится. Потому что есть желание заработать только на этих продуктах, и дальше, в принципе, компания не представляет какого-то особого развития. Здесь же вы понимаете, что дорожная карта на 5, 10, 15 и даже 50 лет вперед. И очень интересное было вещание про грузовую трассу. Я думаю, что многие вообще не знают, не понимают, что там было построено и зачем это, и есть ли заказчики. Конечно, заказчики есть, и я думаю, что она была достроена как раз-таки с тем расчетом, чтобы заказы и обрести. В Арабских Эмиратах, на мой взгляд, также ожидают эту систему для реализации. И грузовая трасса – это два в одном. Это две транспортных системы грузовых, и подвесная, и, соответственно, бесконечная линия. То есть может перемещаться грузовой подвижной состав, может перемещаться груз по бесконечному поезду, и причем она двухпутная. То есть здесь ферма, по которой можно в одну сторону перевозить одну, а в другую по другой. И пока что ездят небольшие подвижные составы, то есть весом до 2 тонн,
Но понимание, опять же, есть по методологии, по тем стандартам, которые уже заложены, как сделать любого абсолютно размера. Неважно, 5, 10, 50, 20 тонн. Все уже понятно, как сделать, и методики, они закреплены. То есть это можно будет сделать намного быстрее, чем было сделано ранее. И это линия непрерывного действия. То есть это не конвейер промышленный. Я по образованию инженер-механик сельскохозяйственного университета, и я видел эти конвейеры, не понаслышке я знаю, как и пшеница перемещается. И я видел, как действительно вот такая просто вибрация, и там, ладно, пшеница, то есть ее можно ударять, но и то качество падает. Ну а представьте, если сыпучий материал, уголь, например, если руда, если, например, вообще какие-нибудь драгметаллы везутся, представьте, насколько качество и насколько прибыль, заработок предприятия падает, если не использовать подобные решения, использовать традиционный конвейер. И конвейер же дороже. А тут это бесконечный поезд, абсолютно простое решение. То есть есть кузов поезда, он сделан с транспортерной длинной очень ленты. Она зацикленная катерпарке. И этот кузов, хоть он бесконечный, но он замыкается. Также и в других видах адресных проектов можно будет применить такую схему, либо иную. И есть колесные пары, на которых это все движется. То есть вот здесь можно все увидеть, проследить, что вот они колеса на картинке, где Анатолий Эдуардович стоит. И это все движется и позволяет разгружать и грузить на ходу. И это боль на самом деле. Я когда был в Нигерии, я видел, сколько грузовые подвижные составы стоят. Они стоят не только из-за коррупции на дорогах, а они стоят из-за того, что нужно погрузить, разгрузить, проверить, не везется ли там контрабанда. И поезда, например, вообще просто разгружает несколько суток иногда. А какой это адский труд? Почему ну, такая аллегория, аналогия возникла, как устал, как будто целый день мешки разгружал с поезда. Вот как раз из-за того, что это достаточно тяжелый, рабский, я бы сказал, труд. И человек не должен заниматься такими родами деятельности, которые нарушают его здоровье, и за которые получает человек гроши. Это будет делаться автоматически и без участия человеческого фактора. Нельзя будет ничего уронить, нельзя будет ничего испортить. Все будет происходить автоматизированно и с высшим качеством. Потери для бизнеса будут минимальны. Это будет выливаться миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов долларов в зависимости от бизнеса. И вот еще раз отличие от традиционного конвейера, что конвейер, он создает максимальную вибрацию. Почему? Потому что лента прогибается в промежутках, причем там такие вообще просто износы, ремонт постоянный, это нам рассказывали в сельскохозяйственном институте. И между роликами все вот это прогибается, а на роликах представьте, насколько усилия вообще, разрыва, изгиба, все что угодно там можно по сопромату представить, и все это воздействует. И также продукт еще портится. То есть даже если лента прогнулась между колесными парами, именно в случае грузовой линии UST, компания, которая разработала ее, и продукта Skyway, то, соответственно, все будет статично, и колебания, вибрации будут минимальные. Если сравнить с передвижением, допустим, через фуникулерные какие-то решения, грузы иногда перемещать умудрялись с помощью канатов. Ну, здесь вообще, то есть высочайший контакт, напряжение под колесом идет очень сильный, быстрый износ, как колеса, так и каната. Здесь колесо, сталь по стали идет. И в отличие от, допустим, традиционных конвейеров, здесь также цилиндр катится по плоскости, то есть контактное напряжение,
ну, представьте, цилиндр. То есть контактные напряжения, они минимальные действительно, соответственно, нет износа. И эта система простейшая, как говорит Анатолий Эдуардович, как грабли, как дважды два, добавил бы. Кузов, он непрерывный, это ось определенная с подшипниками и колеса, то есть три элемента всего. Но эти три элемента нужно правильно разместить, нужно правильно рассчитать, нужно иметь методологию, которую ЗАО «Струнные технологии» никогда никому не будет разглашать, поэтому те конкуренты, которые будут повторять, у них может что-то пойти не так, и ремонт потребуется, и износ больше. Ну, то есть это не просто сделать, поэтому неспроста параллельно с другими направлениями, технологиями уже более 5 лет это было закончено, это было сделано, и сможет вообще выдержать предел нескольких транссибирских магистралей по объему перевозок. То есть 200-300 миллионов тонн в год можно будет перевозить на такой системе. Это огромный грузопоток вообще. Потому что ну, сейчас это даже на условиях транссибирской магистрали не нужно. И самое главное, это будет стоить дешевле, чем даже насыпь с средствами, шпалами. Ну и что сравнивать с традиционными дорогами? Дороги – это не просто дороги. Это и автомобили, это и зарплата водителям, это и человеческий фактор, это и поломки, это и различные гаражи, куча способствующих служб, которые отпадут так же, ну, наверное, как отпали почтальоны, надобность сильная почтальонов отпала, когда появились СМС, сообщения, когда сейчас вот мессенджеры, СМС отпали, и также появился традиционный email. То есть очень много служб традиционных в транспортной индустрии, они исчезнут. И вот вы видите здесь вот эти колеса, вот эту бесконечную линию и подвижной состав, который внизу перемещается, перевозит грузы, а вверху, соответственно, также могут перевозиться сыпучие материалы, например. И Анатолий Эдуардович также продемонстрировал, показал свои ощущения, это было заметно по видео, то есть если бы было бы какое-то вранье, ложь от генерального конструктора, то можно было это заметить, потому что мы видим по видео, либо там есть сильные вибрации, ну, кто катался на Доппельмайере, кто катался на любом фуникулере, на любой горнолыжке, вы знаете, как она раскачивается, и вы знаете, как она проходит промежуточные опоры. То есть, во-первых, скорость снижается, во-первых, такой вот примерно вот стук, так вот примерно вибрация. Здесь же ничего не было, абсолютно комфортное по сравнению с традиционными транспортными решениями проезд. И провисающая линия, она реконструировалась, и сейчас вот как бы генеральный конструктор сам проехался, говорит, что да, скорость не снижается, и сказал нам также, что абсолютно низкая материалоемкость, несмотря на реконструкцию, низкая цена. То есть опять же дешевизна, несмотря на соблюдение качества, это конек, это конкурентное преимущество UST и продукта Skyway. И самое главное, это уклон. Уклон примерно 14% при движении со скоростью 30-40 км в час. То есть это достаточно большой уклон, который по сравнению с традиционными транспортными решениями, например, трамваи, железнодорожные подвижные составы, ну, там максимум до 9%. Процентов. Здесь вообще, в принципе, можно сделать вертикальный лифт. Юницкий об этом неоднократно говорил, при желании. И есть, опять же, понимание, есть абсолютная методология, чтобы сделать большие уклоны, большее седло, седло большего радиуса, например, меньшей длины, чтобы проходить опоры при скорости уже 100 км в час и даже и, там 120 км в час, здесь ошибка, не 1200 км в час, конечно же. И ЗАО «Струнные технологии» сейчас конкретно, четко понимает и знает, как спроектировать дорогу нужного качества, нужной производительности,
нужного комфорта с расчетными скоростями движения. Любыми. Соответственно, вид путевой структуры будет меняться, если 1200 км в час, это уже будет фарвакуумная труба. Это все абсолютно понятно, это все абсолютно известно. Как говорится, были бы заказы и были бы финансирование на это. То есть с точки зрения технологии, Юницкий опять доказывает, что он в очередной раз все оптимизировал, и в очередной раз в условиях недостаточного финансирования, но уже лучшего финансирования по сравнению с 2016-2018 годами, достиг тех значений, которые были поставлены. И тут абсолютно очевидно, опять же, что если машины будут передвигаться 50 тонн, то нужно увеличить натяжение струн внутри и возможность выдержать это анкерным опором. То есть уже будет увеличение в 10 раз и примерно 1500-2000 тонн натяжения должно быть у путевой структуры. И опять же, зал струнной технологии четко понимает, вообще нет никаких вопросов, не будет никаких даже малейших затормаживаний, все пройдет по регламенту, с необходимыми расчетами, совещаниями, созданиями продукта, дешево, безопасно, и причем так, чтобы дорога простояла 100 лет и не ломалась. Также была сказана определенная констатация факта по поводу разворотной линии. Здесь видно, опять же, в условиях недостаточности финансирования, когда эта трасса строилась, но нужно было продемонстрировать, и сама трасса не такая длинная, и скорость не такая большая. Поэтому радиус, ну, здесь минимальный. И если скорости будут более высокие, то больше 10 км в час, например, как сейчас здесь проходит подвижной состав, то чтобы не наклонялся, не сместило подвижной состав, как-то, ну, сместить не может, потому что противосходная система, ну, чтобы он не наклонялся, и комфорт, опять же, был бы максимальный, то радиусы должны быть больше. И опять же, ЗАО «Струнные технологии», лично генеральный конструктор, абсолютно понимает, что, как изменить, это будет сделано абсолютно быстро и никак не повлияет на срок строительства адресного проекта. А конкуренты, которые будут входить на тропу транспорта над землей, они над этими задачами будут биться. И тут не получится таким образом, знаете, как купить, например, какой-то электромобиль, разобрать его и сделать аналог. Нет, здесь предусматривается, что путевая структура, в принципе, как стандарт GSM, это будет стандарт. То есть, если даже будет новый вид подвижного состава, то нужно будет договариваться, и так как это все будет выстраиваться, как компания предполагает в логике большой блокчейн-системы децентрализованного автономного организма, то придется встраиваться, и придется использовать существующие стандарты. А как-то своровать что-то, разрезать, ну, это не получится. И также генеральный конструктор сказал, что трасса фирменной конструкции, что касается перемещения высокоскоростного подвижного состава и городского пассажирского подвижного состава, она также была реконструирована. Еще в своих выступлениях он сказал то, что избавились от сварных швов. И здесь испытываются сейчас мулы, так называемые. Это модели один к одному. Если говорить про пассажиров, либо какие-то грузы, то просто мешки с песком нагружаются, и такая же нагрузка идет на путевую структуру, то есть не меньше. Я здесь не буду вдаваться в такие детали, тонкие подробности технические, но контакт напряжения, опять же, так как цилиндр катится по плоскости, стальное колесо по стальному рельсу, ну, представьте, дорога была бы стальная, с той же аэродинамикой, допустим, подвижной состав автомобиль, и стальное колесо у него, еще дорогу эту приподнять, еще полотно убрать. Вот там и, в принципе, струнная путевая структура. Но это только ряд ноу-хау, который использовал Юницкий.
На железной дороге контакт напряжения достигает 60 тысяч килограмм на квадратный сантиметр. То есть, если никому эти цифры ничего не говорят, то просто посмотрите разницу. Примерно 2-3 тысячи килограмм на квадратный сантиметр. Это в технологии по продукту Skyway, которую разработала Uniskay String Technologies. То есть нет никаких износов. Цилиндр перемещается строго по плоскости, строго по центру, все опирания они одинаковые. Нет никакого проскальзывания колеса, абсолютный комфорт, абсолютная долговечность, ничего не может сломаться. Так как убедились, что сварной шов это не лучшее решение, то сейчас монтируется дорога с помощью болтовых соединений. То есть она бесстыковая, она беззазорная, и так как это тоже преднапряженная конструкция, то без сварных швов сейчас моделируется путевая структура. Произведена была эта реконструкция без удорожания глобального. То есть это, знаете, даже если как ремонт делать где-то в квартире, то все равно нужно сдирать обои, все равно нужно снова шпаклевать и так далее. Ну, примерно половина стоимости это станет, если особенно заменять элементы. Здесь же это абсолютно оптимально, это предусмотрено для того, чтобы модернизировать, но до этапа развития на реальных адресных проектах. Потому что потом уже будет несколько другая стратегия, и тогда будут конкуренты дышать в спину, так как все поймут, что это направление именно транспорта над землей нужно действовать в этой логике и отвоевывать свой кусок торта и земли там, чтобы хорошо себя чувствовать в изменяющейся будущей транспортной индустрии. Соответственно, Unilight это один из первых адресных проектов, который вообще покажет максимально недорогой, быстровозводимый, дешевый, экологичный вариант. И были такие заказы, но нечего было ответить на тот момент заказчикам, потому что не дошли до этой концепции еще для реализации туристического направления. Ну, знаете, вот через ущелье, допустим, пройти, либо отвезти просто пассажиров от автомобильной стоянки до какого-то парка, либо через университет пройти, вот то же самое в Австралии было, в Южной Австралии это проектировалось. То есть было дороговато и было, ну, немножко так вот крутовато для такого применения путевой структуры. Сейчас же этот адресный проект будет запущен на территории фермерского хозяйства. И я могу сказать, что это очень классно, потому что, скорее всего, это мое предположение, этот проект также будет иметь минимальную, но прибыль, так как в стоимость, скорее всего, но это по логике, должно быть включено аренды и так далее, домов, ну, какая-то стоимость проезда. Но это, естественно, уже экономические расчеты. Маркетинговые исследования покажут, как это должно быть. То есть, если будет проезд, будет прибыль у этого проекта и, соответственно, минимальная, мизерная прибыль у нас, но это демонстрация того, что далее будет увеличиваться в геометрической прогрессии, когда проектов будет становиться все больше и больше при выходе технологии на коммерческий рынок уже. Трасса сделана таким образом, что, во-первых, на максимальных пролетах уже с максимальной опробованной технологией будет стоять минимум промежуточных опор. Это будет очень живописная трасса. То есть она будет проходить над прудом, над деревьями, она будет разворачиваться. Можно будет увидеть с высоты уже над землей другие путевые структуры. То есть это с точки зрения туризма для Республики Беларусь, ну, просто уникально. Что проехаться на подобном подвижном составе и далее, соответственно, как-то отдохнуть, порыбачить. Но я думаю, что многие проедутся и многие приедут именно, чтобы
испытать этот вид подвижного состава, а не просто отдохнуть и порыбачить. То есть новое туристическое направление на крестьянском фермерском хозяйстве появится. И я думаю, что это абсолютно понятно. Это, несмотря на то, что небольшой, легкий подвижной состав, 1200 килограмм с пассажирами, шестиместный, но могут уместиться 8 даже человек, то натяжение струн, оно небольшое, но по сравнению вот 1200 тонн и вот то, что мы ранее говорили, это абсолютно не в сравнение идет, потому что ну, если 1500-2000 тонн требуется для тяжелых машин, то здесь, соответственно, это всего лишь 600 тонн. И это будет дешево построить. Это будет абсолютно материалоемкость минимальная. И это очень перспективное направление. Это как раз-таки логика последней мили, связка, опять же, дружественное сотрудничество с современными традиционными видами транспорта. То есть доехать до вокзала, до железной дороги, либо со стоянки преодолеть, например, через большую автомагистраль, доехать сразу до парка. И все это также будет пользоваться спросом и будет иметь свою стоимость проезда. Либо стоимость проезда будут включены в услуги той инфраструктуры, куда это будет прилегать. Но, соответственно, владельцу проекта, естественно, будет капать какая-то доля. То есть это экономически тоже абсолютно разумно. И буквально через полгода планируется запустить эти тестовые испытания этого первого адресного проекта. Вот на этом я хотел вкратце остановиться. То есть был такой технический более вебинар. Из 10, от 1 до 10 поставьте, как вам эта информация. То есть, если вдруг мнение, что не нужно такую информацию, то есть и так все понятно, тоже это напишите, буду знать. Но я постарался максимально разжевать. И очень важно понимать, что один из проектов, который был показан, я монографию эту читал и помню эту картинку еще от руки, Юницкий рисовал, где он показал фарвакуумную трубу на глубине 50 метров через океан, но не для того, чтобы как-то продемонстрировать сверхвысокие скорости, для того, чтобы создавать адресные проекты, создавать обеспечение доллара. Нет, это просто было сделано для того, чтобы перемещаться менее 6 часов из Лондона в Нью-Йорк под водой абсолютно совершенно безопасно. И труба с нулевой плавучестью, подвижной состав планируется очень легкий, он не будет топить, не будет никак мешать судоходству. И это все также инженерно проработано. И только к 2025 году произойдет сертификация Hyperloop Transport Technologies, но инженерная разработка, не просто перемещение на суше, а перемещение под водой, уже это было проработано, и концепты вы видите. Это зависит чисто от финансирования, это зависит чисто от прибыли компании, чисто от интереса инвесторов. Интерес будет огромный, как только мы войдем уже на публичный рынок адресных проектов. И интересные вещи произойдут в этом, в следующем году. В этом году идет подготовка. Это уже логика дополнительного инвестирования в технологию, в логике security token offering. Не будет никакого обещания прибыли, то есть там уже жесткая регуляция в логике ценных бумаг. Будут четко показаны условия и четко будет понятно, где, когда это можно будет продать. За сколько это можно будет продать, решит, конечно же, рынок той биржи, где этот security token актив будет торговаться. И по заявлениям головной компании, я не буду это связывать никак с security token offering, потому что это очень жестко зарегулируемая и такая особенная достаточно сфера, нужно быть очень осторожным со словами. Но те люди, которые приобретали utility токены в виде SVG токена,
они также останутся вознагражденными по какой-то пропорции. И, соответственно, те, кто инвестировал еще в то направление, которое тоже, кстати, будет реализовываться, но после security token offering будет создаваться само применение, само вот самая сложная задача, наверное, для сотен команд по блокчейн-индустрии, потому что нужно будет многие сферы соединить, уже имеющие прототипы в сети Transnet. И вот тем троллям, которые сделали ролик, где меня упоминали, где, знаете, такая нарезка еще была: блокчейн, 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 блокчейн. Я очень много могу рассказать насчет этой сферы. Я глубоко погружен, и некоторые люди, так скажем, весьма именитые, весьма неведные, считают меня в этой сфере экспертом, но я максимально свои компетенции передаю сейчас только на благо компании Skyway. И те люди, которые не понимают, что без блокчейна не будет развития новой транспортной инфраструктуры, они просто неразумные. И они также примерно сопротивляются, как мир перешел на оплату карточкам. Также сейчас вот вы видите рост стремительный биткоина, вход институциональных инвесторов. Но не идите на поводу у рынка, будьте сейчас разумны, очень осторожными, потому что за этим ростом биткоина до 19 тысяч, может быть 20 тысяч, может быть даже чуть больше, произойдет коррекция, но в 21-м уже будет, на мой взгляд, достаточно интересный бычий настрой рынка. Вот тогда уже после коррекции стоит задуматься. И это будет, пожалуй, наверное, крайний вариант, крайняя возможность использовать вот этот шанс развивающейся, уже вырывающейся вперед индустрии от UST, именно в рамках разработки, в рамках проведения security token offering. Потому что потом уже будет, скорее всего, в 23-м годах поздно. Но сейчас вот на первом security token offering, я думаю, что будет отрабатываться модель для того, чтобы применять потом security token offering для конкретных адресных проектов с конкретной понимаемой капитализацией, прибылью, экономическим эффектом. И мы не остаемся в стороне от наших партнеров. Вьетнам — это наши лидеры, это наши друзья, это наши коллеги, наши соотечественники по тому проекту, по которому мы развиваем, финансируем. Поэтому была запущена очень важная, на мой взгляд, и очень человечная акция для того, чтобы каждый мог бы пожертвовать пострадавшим от тайфуна во Вьетнаме, пострадавшим от тайфуна Малаве, и тысячи людей потеряли дома, это и наши инвесторы. И вот как бы SWC выступил в качестве инициатора этой акции, услышал зов о помощи наших партнеров, и вы можете пожертвовать любую абсолютно сумму, неважно, доллар, два, либо ничего не пожертвуйте. Это решение каждого. Сбор средств продлится до 30 ноября. Это не идет ни на какие пакеты. Вот здесь вы видите, что это пожертвовать. Жертвы абсолютно добровольные, безвозмездные. Это не пойдет на технологию, это пойдет и отправится во Вьетнам, будет опубликован отчет, в котором будет указано, кто и в каком размере получил материальную помощь. Только скольким семьям, с каким людям была произведена помощь. Напишите, пожалуйста, ваши эмоции по поводу этой благотворительной акции. Я считаю, что в подобных ситуациях мы должны обязательно помогать нашим партнерам. И каждый может оказаться в подобной ситуации. Нужно слушать друг друга и помогать друг другу. Но пакет с голограммой Faces of Future, я не буду останавливаться. На прошлых вебинарах даже давал ссылку на свою голограмму. Все пока что возможно, но после 30 ноября уже произойдут изменения условий, либо это может прекратиться вообще. Сумма не маленькая,
Ну и извините, как бы остаться в истории с возможностью транспортировки хоть в Шаржу, хоть еще на, допустим, первый адресный проект. И это уже не музей, где наверху написано, я тоже безумно горд, что там моя фамилия, имя написаны достаточно крупными буквами. Я видел это, и действительно это очень приятно. И голограмма также будет. И также вот когда-то была монета, можно было приобретать, которая даст определенные преференции, привилегии при проезде уже, когда транспорт будет запущен. Все эти возможности, ну, я лично использую, потому что потом таких возможностей просто может не быть. И когда-то закончится возможность инвестирования в Unisky Streaming Technologies, стать совладельцем и обладать долями, которые далее будут сконвертированы в акции, в реальные акции, в реальные активы при выходе компании на публичный рынок. И это все пройдет, как было написано у Соломона. Поэтому каждый знает сам и понимает, как использовать возможность и куда инвестировать во время этого непростого времени пандемии. Но головная компания и лично генеральный конструктор понимает, что и как сейчас реализовывать, потому что все уже отработано, и в следующем году настало время начала адресных проектов. Я очень надеюсь, но на злобу троллям не скажу, что это произойдет точно. Благодарю вас, друзья. Как обычно, очень такой осторожный взгляд на те вещи, которые могут истрактовать неправильно. Я смеялся над роликами, которые были склеены, как-то скомпрометированы, просто вырваны куски контекста. Но это выглядит очень смешно. И мы потом будем улыбаться, наслаждаясь природой, перемещаясь в наших подвижных составах над землей. Друзья, сейчас буквально 1-2 вопроса, и на такой позитивной ноте, я думаю, что мы закончим. Есть ли возможность уже в 2022 году получить инвесторам дивиденды? Мой взгляд, Валентина, что в 2022 году будут совершены предоплаты, авансовые платежи за адресные проекты, и это как раз-таки получение прибыли. Головная компания абсолютно может с этой прибыли запустить обратный выкуп для того, чтобы желающие люди продали на условиях более лучших, чем они приобретали, либо начать это распределять в виде каких-то дивидендов. Но тут, конечно же, юридически все это нужно устаканивать и правильно делать. Что с Кириченко, ушел или нет? Нет, Михаил Кириченко не ушел, он также работает в ЗАО «Струнные технологии», немного на другой позиции. И вы видели в социальных сетях, что он извинился за свою активность, но все так же сотрудничает. Так как идет перестройка на международный формат, то и маркетинг также перестраивается. Ну и, соответственно, персонал и кадры. Я постоянно инвестирую с 2014 года по $100. Мне сделать голограмму можно? К сожалению, Валентина, именно такие условия, то есть других условий нет. Возможно, в будущем что-то изменится, если последует реакция от головной компании на это. Коллеги, еще вопросы? Почему нет перехода на следующий подэтап? Потому что это достаточно такие трудоемкие по привлечению финансирования и этапы, и подэтапы, но здесь как раз-таки складывается уже из крупных инвестиций. Крупные инвестиции прорабатываются как на территории Азии, так и на территории даже Латинской Америки. Конкретики я говорить не буду, но как только произойдет закрытие большим объемом инвестиций, сразу произойдет переход на следующий подэтап, а может быть этап. То есть стоит понимать, что мы с вами не играем в игры или не развиваем какую-то пирамиду. У нас не может быть перехода на этапы, если финансирование не закрыто хотя бы даже по самым пессимистичным требованиям и пожеланиям.
Иначе это был бы обман, и иначе это была бы фальсификация и примерно то же самое, что платить в месяц за счет несуществующих бизнесов. 2021 году токены будут разблокироваться на платформе. Все, что было по поводу блокировки, разблокировки, я думаю, что головная компания это прокомментирует. Настанет время, но, повторюсь, не будут обижены те, кто токены эти приобрел. Лично генеральный конструктор высказывает уважение и благодарит за помощь именно в развитии этого направления. И несмотря на то, что не был продемонстрирован конкретный продукт, MVP, люди на доверие приобрели токены и в перспективу, так скажем, на будущее. Но они не будут обижены. Как вы знаете, никто никогда не остается обиженным, и несколько обратных выкупов, о чем почему-то тролли не говорят, также были совершены, когда на это хватало поступающей прибыли от уголовной компании. Поступающая прибыль может быть за счет продажи с выгодой активов, за счет оплаты предпроектов, за счет оплаты моделей и подобной деятельности. Также сейчас проектная деятельность, я думаю, так как многие решения не оптимизированы, готовы и созданы, какие-то заказы, если какие-то конструкторские бюро имеют возможность выполнять заказы и получать прибыль, также будут выполняться, и маркетинг будет направлен на именно имидж серьезной международной строительно-проектной организации, чем является ЗАО «Струнные технологии» Unit Sky String Technologies, которую мы с вами финансируем. Благодарю, друзья. Ну, на этом я заканчиваю свой вебинар. До скорых встреч через 2 недели. По традиции мы проведем, несмотря ни на что, 9 уже декабря. Всем счастливо. До скорых встреч. Мы создаем будущее и финансируем его. Global Star Club. Возможности безграничны.